Сотрудники полиции на практике показали студентам как средних, так и высших учебных заведений повседневную работу органов внутренних дел с целью привлечения их в дальнейшем на службу. Акция прошла для студентов Московской финансово-юридической академии, студентов Сергиево-Посадского колледжа и студентов университета имени Витте. В актовом зале у МВД сотрудники полиции рассказали не только о работе внутренних дел, но и о работе народной дружины и казачьего общества. После студенты посетили музей УМВД России. Ребята ознакомились с многочисленными экспонатами, старинными фотографиями, оружием и техникой. Студенты задавали много вопросов, связанных со службой в полиции, на которые получили ответы. В завершении мероприятия сотрудники полиции в спортивном зале УМВД организовали для студентов игру в футбол.